И сегодня уже сенаторы выразили обеспокоенность ситуацией с ТЭЦ Жезказгана, которую могут не успеть подготовить к началу отопительного сезона. В своем депзапросе они отметили, что средний износ котла агрегатов на ТЭЦ превышает 70%. Ремонтные работы идут с отставанием. Кроме того, у областного центра немало других проблем. Это аварийные дома, остро стоит экологический вопрос, не хватает качественной питьевой воды. Строительство Эскулинского водовода должны были завершить еще 2 года назад, однако до сегодняшнего дня объект до сих пор не ввели в эксплуатацию. По словам сенаторов, не было должного контроля со стороны профильного министерства. Теперь они обратились к главе правительства с просьбой оказать помощь в решении накопившихся вопросов.